so much fun. Ого! Собрал все, Сережа? Нет, почти. Погнали! Чай, принц. Гудбай, Варна! В Русь, едем в Русь. Покажи. Покажи поближе, блядь. Вадим, войнушки. Смотри, налила воду, типа, я мне кажется, тоже бухать. А что она такая дерзкая? Что она тут бухает, я не понял? Она уже третью ебашит, а мы подъедем. Прекращай. Лена, Лена. Не знаю, по-моему, пора тебя на перевоспитание отдавать. Что ты пригубила тут? Он меня ругает, конечно. Мне теперь бухать, потому что.
Я пустил. Возьми мой дебил, давай дебил. Чего она? Для храбрости. На, попей. Я принес попить, Вова. Я принес попить. Это на самый Все нормально, все, не парься. Не бачишь вас. Не хочу. Это вчера ты так текилу пил. Нормально пил текилу. Не хочу. Не надо. Короче, еще одна легендарная группа чекается в данный момент. Валентин. Бар. Это, в общем, вот клуб. Сейчас покажем бэкстейдж. Здесь уже не первый раз в этом клубе. Та-дам! Та-да-да-да-та-дам! Ты что, спишь? Как бы, зачем мне пиво? А я вижу. Валентин, как идет? Все, что, звук нормальный? Звук охуенно. Ну смотри мне. Смотрю. Смотрю. Ты не въебывайся много. Там есть много пива, Сережа. Ладно, короче, все, хрен с вами, все. Это нормальный бэкстейдж, короче. Синий-синий, Сережа синий. Синий-синий-синий-синий. Ладно, смотри, слышишь звук? Аплэн! Это лучше про нас. Синий-синий видик, лёг до провода. Я считаю, что баночки выкупили. Вот, смотри, он снимает. С ней предложка будет ехать, и всё, из Клинина здесь. Да хватит уже снимать, меня поснимаю лучше. Интереснее смотреть будет. Да, бля, не так. Давай уж без этого, ладно? Скажи хотя бы, куда мы едем, блядь? А то мы едем в Одессу, в Одессу едем, направляемся там. Одесса мама. Одесса мать, потом Николаев поедем, потом в Днепропетровск. Что у меня такое? На переходе или мы стоим, или что мы делаем? Такой запах классный. Больше всего пахнет вот это. Еда. Я одолжу у вас хлебчик. Вова, ты готов за руль садиться? С какой целью? Блять, обожаю, блядь, снимаю. Вот что ты снимаешь, блядь? Родинки у меня на лице, блядь. Что ты делаешь? Я Винникова, блядь, посмотреть, нехуй делать. Хлеб взял, миссия выполнена. А, тут видеосъемка! Отельный комплекс Одесса. Как спалось? Очень хорошо, замечательно. Я был такой стерильный, что у меня можно было резать и проводить операции там. Стерильный, в душе. В хорошем душе. В таком, да? Вот в таком. Вовочка, как ты себя чувствуешь? Расскажи. За рулем. Все за рулем. Любой вопрос. Ты, Вова, бухаешь? Вова, как ты себя чувствуешь? За рулем. Может, там в ту сторону надо будет? Море, море.
Штрин у него пришел на море подышать свежим табаком. Да. Свежие сигареты. Негодяй. Молдавским табаком и украинским водой. Давайте зайдем по колено в воду и сфотографируемся. Холодный? Седле. Давай лучше рыбкой оттуда. В куртке. В куртке и потом ходить в этой куртке целый день. И в машине окна открыть, знаешь, когда на скорости вылезет, все он там пробивает. И вот так. Головы загнал. Вы самый сильный. А, и воду трудно. Блин. Где ты говоришь с голубями, это твоя тема. Давай, подкрадись. Слейся с толпой. Ты, получается, они тебя со своего приняли. Сранину имитируй. Посри давай, как голуби. Смотри, кстати, там нормально слышно. Нормально, треска там. Идем потрескаем. Там столько там крыльев. Я могу к ним подойти, треской. Да потому что никто не сольет. О, смотри, чайка плавает на волнах. Человек Вадим! Стерео давай. У тебя вся рожа закрыта. О, красава. Мы снимали чайки или нет? Давайте одну фоточку сделаем. Наши сестрички проводят фотосессию, а мы сейчас возьмем репортаж. Давай, снимайте. Репортаж берем. Скажите, пожалуйста, как вам жизнь в фотомодели? Очень, вы знаете, трудно. Скажите, пожалуйста, а как вам, как вам быть... Ты не сфоткал еще в фоне брата. Как вам, сущность сестры фотомодели в роли фотографа? Да и тебе. Ответьте на этот вопрос, вы. Владимир, как вам быть сестрой фотомодели? Отвечать на эти вопросы. Устал. Это несказанная радость. Снимай. Это несказанная радость. Посмотрите на эту прелесть. Посмотрите на эту прелесть. Посмотрите. Это чудеснейший, как я уже сказал. Я не могу устоять. Можно подойти одну фотографию со звездой? Пожалуйста. Можно? Одну можно. Знать, я устал уже. Вот. Хорошая была. Я же сфоткал. Что, нет? Сейчас, подождите. Вам спасибо. Простите, пожалуйста, за время ваше потраченное. С одной стороны болото, и с другой тоже. Море, море. Я вообще жесть. Вапнярка. А что с обеих сторон моря? Можешь покупаться? Сижу, как придурок. Ходит, а, смотри, блядь, металлоискателем ищет кольца. Да золотишко всякое. Ты так неделю по... ходишь по пляжу неделю, ты ждешь этого заветного пип-пип-пип-пип-пип. И там находишь всякие крышечки от оболони, блядь. Вчера нормально зарогались? Ты до сих пор еще бандатый. Прическа у меня, наверное, очень красивая, да? Очень красивая. Так у тебя, Вадим, ты тоже красивая. Можно руку так поставлю на тебя? Вот так. С друзья. Жень, выбирай себе тачку какую-то. На, Женя, поснимай, ты никогда не снимаешь. На, Женя. Я тоже тут есть. На улицу вернулись. Супер. И знаешь, одетые оба. Привет. Ставьте, у вас тут туалет. Но в дырку не хотят тут снимать. Один поставил рядом. Другой не хотел срать, я его какашку поставил рядом. Рядом, еще рядом и дорожку. Бля, Вова, иди, надо поставить на ту реакцию. Теперь мы это увидим. Надо поставить на ту реакцию. Ебать. Ну, дорожка, блядь. Ебать, прогон, блядь. Между прочим. Я бы потом вот сюда выложит. Вот так. И дорожка будет туда. Не, скорее вот сюда пойдет, Вань. Походу, пацаны, здесь настоящие бобры. Вот это я называю построить плотину. Плотину именно построили. Они не плотину построили, не эту, блядь, дамбу, знаешь. Дамбу, да. Все. Буквально пару минут назад вы видели туалет, в каком состоянии он находился. Мы решили взять все в свои руки, инициативы, так сказать. И решили убрать эту плотину, дамбу.
Вот. Вот как у нас получилось. Чистота. Чистота. Все, мы позаботились о чистоте. Теперь настоящий чистый туалет. Пожалуйста, пользуйтесь, ребята. Все, и запах-то какой сразу. Мы убрали вот этими руками. Вот этими руками убрали. Вот так вот, иди. Давай, не, вот так. Женя только что закончил убирать женский туалет. Покурить на перекур вышел. Ох ты, нихуя себе. О, это же я. Смотри, это же я. Сережа, за сколько бы ты переплыл Днепр? Я за $1 миллион. Вот сейчас ты попал. Я по времени имею. Именно ребятушки переодеваются. Видик в трусиках. Ты в трусиках, Вадимка? Ты не в трусиках? Вадимка играет всегда без трусиков. Только в шортиках. Ты запечатлен. Ты в хронике. А, как сухую землю. Что ты там ищешь? Давайте, вставайте! Уже день совсем на дворе. Уронить телефон в воду или нет? Огонь! О, та-да! А что не... А, рабочий не был никогда, да? Нормально, пацан. Ты смотри зачет, где они сегодня все будут видеть. У вас сегодня вроде день рождения, а не свадьба. Нормально, зачет вообще. Вадим. А? Вадим, ну как твои дела, Вадим? Ребята нормальные, потенциал есть как бы. Но им надо еще пару лет потренироваться. Надо поработать еще. Да. Это нормальные инструменты. Инструменты как минимум хотя бы, а то на голимых инструментах далеко не уедешь. Ладно. Хватит пить ты! Еще за руль. Я машину очень дымно. Нормально все. Да. Вадим, будьте глоточек пива. У меня вот здесь снял. Я снимаю.
земля, мы как будто на небесах. А мы на небесах. Silent Hill. Вы не устали пить пиво? По-моему, у вас уже рот болит пиво пить. Кто не сегодня? Рот не болит, очень хороший. Новые кадры всегда. Я говорю, что все то же самое. На том же месте строй то же самое. Вова, ты не боишься в Silent Hill? Блин, опасаюсь. Скажи что-то. С Новым годом. С новым счастьем. С новым счастьем. Желаю всем удачи. Желаю всем удачи. Спасибо. Не подсказывай. Сейчас догорит. С Новым годом. Ты убери камеру.